утро! Программа «Ладиленд». Я Женя Власова снова с вами. Каждое утро мы рассказываем вам удивительные, интересные и, главное, мудрые истории. Сегодня свою историю под названием «Через тернии к звездам» нам расскажет молодая певица Маша Сапко. А еще я предлагаю вам отправиться в круиз в самой стильной одежде, обсудить удачные и не очень удачные купальники знаменитостей, а также заглянуть в детство, побывав на уникальной детской железной дороге. Каждый уважающий себя дизайнер создает круизную коллекцию. И вам вовсе не обязательно отправляться в путешествие на лайнере, чтобы приобрести вещи из подобной линии. Ведь эти наряды можно носить как на Лазурном берегу, так и в повседневной жизни.